На земельном участке площадью более 2000 квадратных метров в районе улицы Красной, 34, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, на данный момент построены 3 этажа. Объект не завершен. Вместе с тем, информация о продажах квартир в 4- и 5-этажном жилом комплексе «Грин Парк 2» по данному адресу представлена в интернете сразу на нескольких сайтах. Жители и гостей курорта просят быть внимательными при покупке жилых и нежилых помещений в Сочи. Ознакомиться с полным списком самовольных жилых комплексов, продолжающих продавать недвижимость даже во время судебных разбирательств, можно на сайте городской мэрии. Добавлю, что в Сочи сегодня остается более 1100 незаконно построенных объектов, в том числе это и многоквартирные дома. Таких за этот год в Сочи выявлено 24. Сейчас администрация участвует почти в 1500 судебных дел, связанных с самовольным строительством. Кстати, риэлторские агентства, которые продолжают предлагать квартиры в самовольных ЖК, тем самым рождая проблему обманутых дольщиков, ждут проверки.